конечно, если бы не нравилось, меня бы здесь не было. Тем более, что я да ведь Ольгу Витальевну и Игоря Олеговича знаю очень-очень-очень много лет назад. Ольга Витальевна страшно креативный человек. Я всегда вот это... Ну, помимо того, что она там энергичная, помимо того, что она умница, красавица, все понятно. Она очень-очень креативна. В каждое мероприятие она вносит вот какую-то вот эту изюминку. Сейчас это называется трендмейкер. Вот за счет вот этих вот штучек она задает тренд. И самое забавное заключается в том, что тренд очень почти всегда подхватывается. Да, там он развивается кем-то еще, ну, это уже другая история. Смысл в том, что у нее хватает вот этого внутреннего огня, чтобы вот эти вот штучки постоянно искать и находить. А я считаю, что это лучшая характеристика. Понимаете, мероприятий очень много. И вот о чем только не говорим, и это тоже понятно. Но ведь нужно же что-то такое, чтобы нас всех собрать. А раз мы собираемся, ну, значит, получается.